Каждое утро я просыпаюсь с той мыслью, чтобы стать лучше. Мы живем лишь один... Меня зовут Петр. Я занимаюсь спортом с 7 лет. Вот. Учусь в университете. Тренирую порой маленьких детей. Я сам из Бессарабки. На кикбоксинг как бы меня друг позвал с детства. Сказал, идем попробуем. Я подумал, почему бы и не попробовать. Через год первые соревнования, как бы, и вот так вот все по нарастающей пошло. Мечты. Я сотни раз проигрывал, но миллион побеждал. Частенько падал вниз, но падая взлетал. Я стал дорогой спорта, и я не прогадал. Бог дал стальной характер, но себя сделал сам. Во время боя... Ну, боли я точно не чувствую во время боя, потому что адреналин все-таки. Вот. А так, переживания до боя, до выхода, да, то есть, когда выхожу, вот, много зрителей, вот эта вот атмосфера, очень сильно переживаешь, как ты себя покажешь. Главное не опозориться, не упасть лицом в грязь. Hey, okay, Rick. Когда стоишь на пьедестале, играет гимн твоей страны, и ты поднимаешь флаг свой, это незабываемые, непередаваемые ощущения. Ты чувствуешь гордость, да, за то, что не кто-то другой, а именно ты. Врачи запрещают, пусть говорят, нельзя, ведь мне плевать, пускай не дух умрет, останется за бортом моей жизни навсегда. Очень перспективный, трудолюбивый спортсмен, занимается более 10 лет. За свою карьеру спортивную он в 2005 году стал чемпионом Европы, в 2006 стал вторым на чемпионате мира, значит, выиграл 4 Кубка мира. Мастера спорта выполнил норматив 15 лет. Каждый бой, каждый путь – это трудность. И да, где-то немного полегче, где-то немного повезло, где-то немного не повезло. Травмы ног, травмы рук очень переносятся тяжело. Нужно около месяца, полтора месяца на полное восстановление. Это нормально для нас, это нормально.